Грамоте учиться всегда пригодится. Эта пословица актуальна на сегодняшний день. Такого мнения придерживаются и отличники учебы, студенты филиала Кубанского государственного университета, которых на минувшей неделе награждали за значимые успехи в обучении. С подробностями наши корреспонденты. Трогательный танец, который исполнили студенты филиала Кубанского государственного университета, стал открывающим на ежегодном слете отличников учебы. Все эти студенты, возможно, в будущем окажутся на должностях руководителей и займут высокие посты в различных сферах деятельности. Ведь они уже сейчас являются не только отличниками учебы, но и активистами. В спорте, творчестве, науке, учебной и общественной деятельности во всех этих номинациях награждали в этот день лучших из лучших. Слет отличников учебы проходит ежегодно. Молодые славянцы принимали поздравления от главы Славянского района Романа Синеговского. Талантливые люди, талантливы во всем. И находите вы на все время для того, чтобы и хорошо учиться, и заниматься творчеством, спортом, участвовать, я не знаю, во всех соревнованиях, быть активными, позитивными. Конечно, это правильно. И я рад, что вы выбрали учебу именно в нашем вузе, который находится в городе Славянске на Кубани. На сцену в этот день поднимались те, кто смог найти свое маленькое зернышко в науке, спорте, творчестве, посеять его и уже сегодня обозначить свое имя в этих сферах. Среди тех, кого наградили за значимые успехи в спорте, студент факультета физической культуры и биологии, серебряный призер чемпионата Европы, чемпион России, победитель Универсиады 2009 года, мастер спорта России международного класса Александр Грипич. Но самое главное, главная номинация слета отличников учебы – студент года, объявил победителя глава Славянского района Роман Синеговский. Студентом 2015 года стал Алексей Рыбкин, магистрант второго курса факультета педагогики и психологии. Спасибо всем, до сих пор не верится. Вот буря эмоций, восхищение, благодарность. Вот, спасибо всем нашим преподавателям, которые достаточно хорошо нас готовят. Завершился слет праздничным флешмобом, подготовленный студентами филиала КубГУ. Тина Копачевская, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».